Всем привет! Я приветствую вас на своем канале, посвященному всему помаленьку. На данный момент это рынок криптовалют. Здесь я практически каждый день рассматриваю те валютки, которые меня заинтересовали, в которые я сам инвестировал, либо в которые планирую инвестировать в дальнейшем. Поэтому, если вам интересна данная тематика, то подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если данное видео будет вам полезным. Делитесь в комментариях своими мыслями по поводу этой монетки, а также какие монетки покупаете вы, во что инвестируете, либо какие интересные можно рассмотреть. Сегодня хотел бы рассмотреть такую монетку, как Alpine F1 Team Fan Token. Соответственно, эта монетка появилась совсем недавно, она листилась на такой бирже, как Binance, но, к сожалению, я это все пропустил, не уделил внимания особо, редко когда захожу, но не суть. Суть в том, что по рейтингу, по капитализации на данный момент, по данным сайта CoinMarketCap, она находится на 585 месте, у 7000 человек в наблюдении, при стоимости в 3 бакса, в момент листинга стоимость доходила где-то вот до 8,5 доллара. Если поинтересоваться и зайти на тот же Binance 121 февраля, там можно было эту монетку продать за 18 долларов. Соответственно, сейчас она стоит 3 бакса. И я думаю, будет снижение дальнейшее. Но это лишь мое мнение. Сейчас скажу почему. Выполнена монетка на такой цепи, как Binance Smart Chain. Всего лишь пока что монеток выпущено 11 миллионов. Планируется 40 миллионов токенов. Это немного. Рыночная капитализация 38 миллионов долларов. Если мы зайдем на такой сайтец, как BSC Scan, где можно посмотреть все монетки и транзакции, сколько их всего, да, и также держателей, то смотрите, всего лишь держатели 989 адресов, из них такие, как биржи, да, как Binance, на PancakeSwap также, соответственно, можно купить. Трансферов всего лишь 9000 раз произошло, ну и держателей, соответственно, тоже пока что не очень много, но не суть. Суть в том, что, а про что же этот токен? А это жетон болельщика команды Alpine F1, по-моему, это команда, которая была переделана из Renault. Это служебный токен версии BEP20, разработаны для того, чтобы революционизировать опыт болельщиков для всех сторонников Alpine F1 Team. Токен позволяет фанатам участвовать в вопросах командного голосования, охотиться за цифровыми предметами, коллекционирование, покупать NFT и пользоваться функциями геймификации. Такое слово, да? Геймификации. Которые связаны с вознаграждениями фанатов или отличными впечатлениями. Ну, в общем, это такой токен, как и многие из, допустим, тех, кто следит за футболом, есть во множество команд, в том числе и на Binance тоже был листинг различных, там Lazio, PSG, футбольных клубов, также есть, мне кажется, и у Ливерпуля, насколько я помню, и у Манчестер Сити. В общем, если вы хотите быть причастным к своей любимой команде, то этот токен стоит прикупить. Я не думаю, конечно, что по такой цене, в 3 доллара, да, скорее всего, удастся купить гораздо дешевле. На бинансовой страничке здесь можно почитать, что это за токен, в принципе. Также распродавались NFT коробки на том же самом Binance по 10 долларов США. Я чуть попозже зайду, мне интересно, сколько они стоят сейчас. Да, если зайти на NFT Marketplace на Binance, то здесь, смотрите, можно купить NFT-шку всего за 3-4 доллара, самую такую, видимо, популярную из этой серии. Такая тачка едет вверх ногами. Вполне себе неплохая тема на будущее, почему бы и нет, для какого-нибудь фаната. Вдруг они займут первое место в этом году, ха-ха, и все будет хорошо. Держатели же самих токенов имеют право участвовать в голосовании, связанном с взаимодействием с фанатами на платформе Binance Fan Token. Смогут использовать свои NFT-шки для получения вознаграждений фанатов, цифровых предметов, коллекционирования и многого другого. Смогут получать подписанные товары, встречи и приветствия с водителями команды BVT Alpine F1, а также другие возможности и прочее. В будущем будет несколько функций геймификации на платформе Binance Fan Token. И непосредственно держатели, они смогут, конечно же, сделать пожертвование любимой команде и получить значок, подтверждающий лояльность. Чисто для фанатов такая тема. Ничего особо полезного, конечно, но то, что я пропустил первый запуск Формулы 1 токена на Binance, это, конечно, мое упущение большое. К сожалению, но ничего страшного. Всегда можно прикупить. Тем более у меня на Binance аж целых 10 долларов. Я богатый. Могу купить штучку 2-3, но делать этого пока не буду. Весь рынок в упаднических настроениях, поэтому подожду. Изначальная стоимость продажи составляла где-то 70 центов, так что есть стоимость подождать, пока он снизится до 70 центов и оттуда покупать. Но это лишь мое мнение, я могу ошибаться. Но ничего страшного. Залистина данная монетка на таких биржах, как Binance. Также его можно купить, конечно, на PancakeSwap, на какой-то Mandala Exchange, на BitMarket и DigiFinex. Но в основном, конечно же, лучше на Binance. Если вы фанат, либо сразу на кошелечек на PancakeSwap.
В общем, вообще можно без проблем где угодно. Если взглянуть на их твиттер, то регистрация аж в апреле 2009 года, ну, соответственно, конечно, если это команда Renault была, 1,7 миллионов читателей, то есть фанатская база довольно-таки большая. Новости постятся здесь. Ну, твиттер сейчас в связи с недавними известными печальными событиями очень плохо работает, поэтому особо нельзя тут порезвиться, посмотреть, что тут особо за новости. Но то, что они постятся, то, что есть 1,7 миллионов читателей, это, я считаю, круто. Фанатам Формулы-1, конечно же, стоит прикупить. Сам я к фанатам Формулы-1 не отношусь, хотя мне интересно было смотреть в начале 2000-х, в конце 90-х даже, как комментировал Попов, он молодец, он фанат прям всего этого автомобильного спорта. Когда Михаил Шумахер выступал, Мика Хакинен, всех таких фамилий известных, и Ральф Шумахер. В общем, фанатам брать однозначно. Про перспективы особо ничего так пока не понятно, но если посмотреть то, как монетка держится уже все эти дни, то нынешняя стоимость почему бы в принципе и нет. За 3 бакса, да, но лучше подождать дальнейшего падения, не спешить. В общем, такие мысли по поводу данного токена, данной монетки. Кому видео было полезным, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь в комментариях, стоит ли купить данный токен, купили ли его вы, или при запуске Binance вам сколько раздал бесплатных монеток. Всем всего хорошего, профитов, конечно же, здоровья и мира, конечно же. Это как никогда актуально. Всем покедова, увидимся.